Привет! Добро пожаловать на SL iLeaguestar Series! Третий сезон мы решили провести в невероятном городе Шанхай. Раньше это была маленькая рыбацкая деревня, которая с годами превратилась в самый густонаселенный город на планете и один из самых больших в Китае. Глобальный финансовый центр с огромной транспортной развязкой. Однако так и не скажешь по пейзажу вокруг меня. Итак, представьте, 8 гигантов современной Dota 2 сцены. Все приехали сюда, чтобы бороться за чемпионский титул и 300 тысяч долларов за одно. Где они будут это делать? В международном шанхайском гимнастическом центре. Он вмещает в себя 4000 человек и был построен в 97 году. Обычно тут происходят соревнования по художественной гимнастике, но не в этот раз. Красочная часть подобных обзоров — это обзор сцены, конечно же. Сейчас я на ней нахожусь, прямо рядом с игроками. Могу даже подойти им что-нибудь сказать и подсказать, но не буду. А мы видим огромные экраны, на которых и транслировалось световое и звуковое шоу, которое мы сделали вместе с нашими китайскими коллегами. Каждую команду представлял тот или иной герой из Dota 2, используя свои скиллы. Ведущим на этой неделе стал невероятно популярный в Китае человек BBC. Наша следующая остановка – режиссерка. Эти серьезные профессионалы делают трансляцию на русском, английском и китайском языках. Сейчас мы находимся в традиционном Twitch лаунже. И его аналог – Panda TV Lounge. Тут мало еды, но зато вокруг классные панды. Пару слов о том, чего нет на этом венью. Тренировочные комнаты, которые находятся в гостинице. А у каждой команды своя, там есть все, что им понадобится, и даже личный ассистент, который исполнит все их желания. Я бы тоже такого хотела, но мне нужно еще чуть-чуть потренироваться в доте. Ну а на венью есть разыгровочные комнаты, которые используют игроки для того, чтобы подготовиться к своим официальным матчам на сцене. Ну что ж, на этом все. Подписывайся на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить интервью и видео с места проведения. А если ты находишься в Шанхае, то приходи в Международный гимнастический центр, чтобы увидеть все своими глазами. Пока-пока!